10 слов-паролей для привлечения достатка и благополучия. Сила слова безгранична и обладает большой мощью. Речь передает энергию, которая создает определенный эффект в мире и оказывает большое влияние на вашу жизнь. Все люди – творцы своей судьбы, поэтому с помощью слов-паролей можно быстро привлечь любые блага, в том числе и деньги. Наше подсознание помнит все, что мы пережили в течение жизни. Оно содержит все наши установки, страхи, отвечает за интуицию и успех в жизни. Очень часто люди заглушают голос своего подсознания, игнорируя его подсказки, а потом сожалеют об этом. Но есть специальные слова-пароли, которые запускают мощный механизм работы подсознания, что может качественно улучшить жизнь. Итак, слова-пароли для успеха и привлечения денег. Достичь успеха в жизни и разбогатеть может человек, обладающий упорством и волей, который способен преодолевать любые невзгоды, сомнения и поражения. Именно на развитие внутренних сил и раскрытие потенциала направлены слова-пароли с установкой на привлечение удачи и денег. Они привлекают удачные возможности, подталкивая тем самым к решительным действиям и позитивным переменам. И есть целый кодовый ряд слов, призванный решить материальные проблемы и подключиться к денежному эгрегору. Данные слова-пароли обязательно используются в связке «вместе», «код», «сейчас». То есть вначале произносится неизменное слово «вместе», затем кодовое слово, слово-пароль, и заканчивается данный алгоритм также неизменным словом «сейчас». Вы можете произносить эти слова или же записать их на бумажке и всегда носить с собой. А теперь давайте ознакомимся со словами-паролями, которые помогут вам привлечь богатство в свою жизнь. Номер один. Обрести. Данное слово помогает материализовать желание и обрести результат. Используя такой код, можно обрести все необходимое – дом, автомобиль, престижную работу, необходимую сумму денег. Обрести можно и материальную свободу, свободу от сомнений или кредитов. Данное слово-пароль используется в алгоритме «вместе», «обрести», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер два. Вперед. Это слово привлекает не только деньги, но и удачу и успех в жизни. Этим словом можно привлечь на свою сторону везение, которое будет оберегать в любых начинаниях. Эта установка создает успешное будущее, но только при условии, что с момента ее произнесения вы сделаете все возможное для достижения успеха в профессиональной сфере. Данное слово-пароль используется в алгоритме «вместе», «вперед», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер три. Сделано. Произнося этот пароль, вы привлекаете конечный результат. Эксперты советуют использовать это слово, когда необходимо принять сложное решение, найти лучший выход из затруднительного положения, избавиться от долгов и укрепить силу духа. Данное слово-пароль используется в алгоритме «вместе», «сделано», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 4. Поворот. Это слово-пароль разворачивает жизнь в нужную вам сторону, заставляя развиваться события в желанном русле. А также обеспечивает удачу в делах и способствует быстрому привлечению денег. Данное слово-пароль используется в алгоритме «вместе», «поворот», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 5. Идти. Это слово позволяет найти свое предназначение в жизни и не сворачивать с выбранного пути. Кодовое слово придает уверенность в собственных силах, что помогает побороть страх поражения, лень и сомнения. Данное слово-пароль используется в алгоритме «вместе», «идти», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 6. Расходуй.
Это слово «пароль» используется для того, чтобы встать на путь богатства и процветания. Данное слово «пароль» используется в алгоритме «вместе», «расходуй», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 7. Считай. Это слово позволяет заработать неплохие деньги, получить высокооплачиваемую работу, материальную помощь или поддержку влиятельного человека. Данное слово «пароль» используется в алгоритме «вместе», «считай», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 8. Лично. Это слово способствует обретению успеха на работе и в делах, связанных с деньгами. Чаще всего используется при покупке или продаже имущества. Данное слово «пароль» используется в алгоритме «вместе», «лично», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 9. Назначай. Установка на то, чтобы самому управлять своей судьбой. Используя этот пароль, вы можете назначить себе сроки достижения профессиональных целей, желаемый заработок или занимаемую должность. Данное слово «пароль» используется в алгоритме «вместе», «назначай», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Номер 10. Энтузиазм. Кодовое слово, способное превратить неудачу в успех, поражение в победу, сомнение в уверенность, безденежье в богатство. Данное слово «пароль» используется в алгоритме «вместе», «энтузиазм», «сейчас». Произносите этот код или запишите на бумаге и носите с собой. Алгоритм работы с кодовыми словами. Самое главное при работе со словами-паролями – это определить и осознать, что именно вам необходимо изменить в своей жизни. Возможно, вам не хватает удачи, уверенности или профессионализма. Представьте, как должен выглядеть успешный и богатый человек, обладающий тем, чего вы хотите. После этого вам будет гораздо проще подобрать нужный словесный ключ и запустить программу жизни. Произнося пароль, представляйте себя на месте созданного вами образа. Главное, помните о правильном алгоритме. Всегда впереди должно стоять связующее слово «вместе». На втором месте в этой связке стоит слово, определяющее ваше желание или цель – слово «пароль». Завершает цепочку слово «сейчас». Например, «вместе», «вперед», «сейчас». Этим паролем вы привлечете не только деньги, но и удачу и успех в жизни. Данный алгоритм поможет привлечь на свою сторону везение, которое будет оберегать в любых начинаниях. Слова-пароли присоединят вас к денежному эгрегору, что способствует привлечению не только денег, но и любых материальных и профессиональных благ. Главное – верить в силу слова и прикладывать усилия ради достижения намеченных целей. А чтобы запустить денежный процесс, напишите в комментариях код с выбранным словом. Например, «вместе», «вперед», «сейчас». Надеемся, данное видео было для вас интересным и полезным. Желаем вам счастья и семейного благополучия. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, вы можете подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Также будем рады вашему лайку.